Ну что, Паша, расскажи, как прошла тренировка? Первое впечатление. Ну, нормально тренировка. Сначала легко пошла, а обратно против течения было тяжело ехать. Конечно. А сколько проехал? 22, да, мы? 20 с половиной. 20 с половиной? Да. А к чему готовитесь? Два понял. К чемпионату мира. А к чемпионату мира? Но промежуточно приедем, кроме седьмого. Надо драть тут всех. Да, да. Подготовка идет полным ходом у нас. Но настроение боевое, смотри. Да. Вы что-то так поехали, что-то быстро, я даже за время не успел. Отдали предпочтение байдарке вместо лыж. Привет, друзья, вас приветствует группа Running Trade. Мы находимся сейчас в гостях Романа Верхова. Это город Дзержинский. Тут планируется проведение марафона. Мы также вывесим обязательно положение, приглашение, поэтому все ветераны, молодежь, приходите обязательно к нам. Сейчас мы зададим парочку вопросов Роману. Значит, 7 апреля мы планируем провести марафон. Это будет серия марафонов, их будет всего 3. Марафон 20 километров, один круг 20 километров. Получается 10 километров вниз по течению, 10 вверх по течению. Стартуем у стен монастыря Никола Угрешского, поворот деревни Андреевская и возвращаемся, приходим сюда. Марафон в этом году будет такой сборный. Это будет несколько классов участвовать. Класс ICF, класс пластиковых каяков морских. Потом следующий класс – это разборные суда. Потом класс надувные и драгонбот. Так что получается у нас 5 классов. Мы приглашаем всех участвовать, попробовать. Соревнования будут личные командные. 8 человек, состав команды, участвовать можно во всех классах. Так что, для примера, вот у нас 3 человека будут гоняться в класс ICF байдарках. 1 человек пойдет у нас морские каяки. И 4 человека будут участвовать в драконе совместно с другой нашей командой. Так что 8 человек у нас получат зачет. Поэтому можно комплектовать совершенно свободно класс по разным возрастным группам среди разных типов судов. И, скажем, получают очки, вывешена таблица очков. По этой таблице очков подсчитываются очки участников. В конце будут награждения. Награждать будем всех победителей и призеров медалями. Все участники марафона получат ценные подарочки. Подарочки будут очень нужны, я думаю, будут востребованы ежедневно на всех спортивных тренировках. Возраста любые? Любые. Возраста, да, без ограничения. Значит, в классах морских каяков, в классах сборных, разборных лодок и, скажем, надувных, там возрастов не будет. А в классе ICF 18+, потом 40+, 50+, 60+. Ну, для награждения одно условие – не менее 6 лодок в классе. Если будет менее 6, то тогда классы будут объединяться, возраста, вернее, будут объединяться. Классы-то в любом случае будут награждаться, а вот возраста будут объединяться. Мы ждем вас, приходите, будет весело, будет много призов, будет интересно. Место очень хорошее, вода гладкая, чистая, не замерзает, поэтому видели все сами, поэтому ждем вас. Пока.